Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Far Cry 1. Все, восстание мутантов, первое сохранение, пошли. В прошлой серии мы выбрались из здания управления. Управление острова. Мутанты все выбрались, там куча всяких. И видя видоизмененных и с гранатометами, и стрелковыми, и солдатами, и... Тут настоящая зона боевых действий. Потому что и какие только не бывают. Лучшее подтверждение по всем каналам, Джек. О? Не-не-не. Надо сразу врубать. Нет, я вас так не увижу. Потому что это именно она и есть. Я получаю подтверждение по всем каналам, Джек. Ой-ой. Вот так вот. Так, все, вырубили. Фонарик вруби только. Так, ладно, пошли. Восстание монстров произошло. В конце предыдущей серии. Нормально, нормально. Вообще прекрасно. Тут настоящая зона боевых действий. Потому что это именно она и есть. Да, это она и есть. Так, ладно, здесь мы убили. Быстро восстановили. Очки ночного видения. Пригодятся. Так, тут у нас тоже все нормально. Пошли дальше. Так, все, вырубай. Так, вырубили. Монстры везде, монстры всюду. И мы с ними будем воевать. Джек, отправляйся на юг к главному архиву. Ты найдешь там Вэл. Ладно, окей. О, бронежилет где-то нашел. Сохранение произошло. О! Так, давай-ка без меня лучше, окей? Везде все взрывается. Что это было? Для тебя все кончено, ублюдок! Да подожди-ка, я не пойму, а куда это улетел-то? Просто взял. Не, нормально вообще, нормально. Ох, блин, это будет сложно. Началось веселье тут. Вот куда он улетел, а? Так, убиваем нахрен, куда он летит. Может куда угодно залететь. Хорошо, что он со стрельбой особо не очень. Так, давай-ка. Блин, с этим вообще сложно будет. С гранатометом. Ой. Давай без меня, окей? Давай ты сам подойдешь и взорвешься. Все, молодец. Убился. Так, наверху никого нету? Чего-нибудь такого важного, там гранатометы, там снайперские винтовки. Есть миниган, а не гранатомет. Стреляй! Не, гранатомет какой-то бесполезный. Бесполезный гранатомет.
Да-да, есть такое. Так, а если я заранее возьму, зайду? Пока они там до сих пор... Пока еще этих своих не перебили. А? Да блин! Не, нормально. Хотя, если успевать быстро прятаться, то все нормально будет. О, туда я уже не могу уже оружие дотянуть. Не, плохое место. Плохой гранатомет, если честно. Чего? Какие фрукты? Так, постреляли. Постреляли еще раз. Подноси. Да, блин, перестань. Все, ты выше не можешь уже стрелять. Уделаю. Ты выше просто не сможешь прострелить ей. Уйди. Так, уйди нахрен. Не хватало мне, чтобы погибнуть от вас. Ты покойник. Так, немного отвернулись. Пошли, разберемся. Сейчас получишь. Так, снайперы. Ну не снайперы пойдет. Так, один минус. Ох ты! Есть какие-нибудь аптечки? Здесь. Чего? Скакуны. Меня кто-то видит. Но где именно он видит? А, блин, загаденыш, аптечку нужно быстро искать. Ни хрена себе прыгучая обезьяна. Прыгучий какой. Так, ладно, все, вроде всех перебили. Перебить-то мы перебили всех, а... Что дальше-то делать? Вот гранатомет взяли. К этому оружию. Спасибо. Вот тут мы аптечку взяли. Дробовик. Дробовик тут лежит. Еще патроны к дробовику. Еще кто-то лежит. Так, ладно, поехали. Это пулемет, да? Можно на гранатомет поменять. Точнее, ракетомет. Можно так ездить. Так, все, быстро, быстро, быстро. Газуй! Сохранение произошло. Если что-нибудь нехорошее увидим. Так, не вот так быстрее. Так, все, газуй. Нам прямо или по мосту? Блин, какой поворот-то неожиданный. Да, блин, остудись. Уже почти день.
блин. Здравствуй. Блин, ты куда я полетел-то? Попался. Да, блин, ну уж успокойся. Куда я залетел? Дай-ка я перезагружусь в случае. Лучше давайте сразу на гранатометы. Дешевле будет. А, это простой. Так, все, на гранатометы быстро. Лучше уехать. Перестань. Сложно. Пока сложно. Да, блин, не может пушка опускаться ниже уровня. Ой. Эти что-то запоздали с садением в машину. Так, отдохни пока. Так, где-то тут вроде этот стоит. Ай, блин. Лучше уехать, лучше уехать. Лучше просто уехать. Зачем нам с ними воевать? Блин, без машины тут, наверное, вообще сложно было бы, да? Без машины. А ты что такое еще? Я помог вообще-то вам. А вы так еще оплачиваете. Так, выходи быстро, пока я это. Погиб, что ли? Так, мы тут проедем. Да, все нормально. Так, ладно, газу, газу, газу быстро. Что теперь? Ой, блин. Кое-как. Так, ладно, попробуем объехать. Блин, здравствуйте. Опять куда-то въехали. А, просто отъезжай, просто отъезжай. Так, окей. Машину как-то беречь нужно. Что это было? Ладно, окей, просто газуй. Не, кто-то стреляет. Кто-то шмаляет. Так, проезжай, проезжай, проезжай! Сбили. Нужно просто доехать, да, сохранились, молодцы. Понятно. Здравствуй! У меня здоровья нету, пожалейте. Пожалейте мои нервы. Ох, блин, же встретили, а? На дороге. И не проехать же. Не пройти, не проехать. Здравствуйте. Не, подходить к нему тоже нельзя. Подходить к нему тоже запрещено.
Отправляйтесь к архивам. Чтобы ее спасти, наверное. Девку эту, да? Так, а близко, если мы будем близко, то он тоже будет стрелять ракетами? Или какую-то другую тактику выберет? Если я так сделаю, и убегу просто. Я убегу! Я просто убегу. Так, не, я лучше убегу. Я лучше просто убегу. Это еще работает, да? Ну, вроде пока убежали. Извини. Так, мужик, дай мне бронежилет быстро. Мне он нужнее как-то. Так, быстро, быстро. Ну и где он там стоит? И чтобы его убить. А где это шо? Куда ушел-то этот? Большой, что, он пропал, что ли? А, вот он ты где. Не понял я сейчас. Чё за юмор? Так, ладно, выбираемся срочно и убегаем просто. Да-да-да, я в курсе. С ними как-то не особо хочется. С ними драться как-то, ну, радости нету совсем. Просто убегаем. Да? Ну да. Патроны на тебя тратите. Джек, это Дойл. Видишь, маяк клюет от тебя. Следуй по этой дороге. И любим тебя. Она приведет тебя к архиву. Не-не, он нас просто убьет. Быстро берем машину и валим. Что еще захотел? А, ты вот он. А, ты другой уже. Это какой-то другой уже. И бежит он в какую-то другую сторону. Ой, блин, убегаем просто. Ты что делаешь с машиной? Нет, нет. Идея нехорошая совсем. Он просто хочет нас убить. Так, иди отсюда. Просто убегаем. Не будем с ним воевать там. Быстро берем машину и валим. Окей, я понял, понял. Ой! Хочешь еще?
Ни хрена себе, здрасте. Так, ракету бери. Разворачивайся. Еще. Еще. Понятно, не хочет уже. Сохранение произошло. Все, ты взорвался, молодец. Так, где следующий? Кто побежит же за нами. Блин. Не, с этим нам, ну, сложно будет. Просто валим. Максимум одного убьем. Максимум одного. Все, валим. Просто валим. Потом как-нибудь эти солдаты разберутся. А блин, сколько тут солдатов-то, а? Получай. А ты где? О, блин, а? Может пропустить мимо нас, да? Они сами разберутся. Что там делать-то? Эти два, да, гаденуши. Так, газу, газу, газу. Не туда вот. Немного туда. Обруливай нормально. Ты чего? Просто газуй. Так, мимо, мимо, мимо. Проехали. Сохранение. Просто не обращаем внимания на все. Просто газуем. О. Не, пускай едут. Пускай едут куда хотят. И что-то произошло? Шальная пуля, что ли? Нахрен рулить, кстати, можно это так сделать? Да, можно. Почему я сразу так не сделал, а? Как-то намного легче будет рулить. Поехали. Рулить намного удобнее. Стрелять, правда, нет, не очень. Да не стреляй по мне, у тебя не тратят боеприпасы. Постарайся прорваться в основное здание. А, блин. Не, его нужно сбить как-то. Ракетой желательно. Желательно ракетой. Так, вот так сделай. Газуй нахрен, газуй, ты чисто, ты что делаешь? О, все, сорвали нахрен.
Я уже прорываюсь. Сколько времени? Сохраняйся все быстрее. Быстрее сохраняй. Вот она произошла. Ой, здрасте. Можно ракетой? Понятно. Больно, больно. Я понял. Я понял ваши предложения. Ой, 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 больно, 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 больно. Не, это ж не шкура. Тормози, Мии. Из машины вышла. И тут двое. И тут двое. Устроили тут засаду эту. Иди сюда. Так, все это мы взяли и побежали дальше. Ай, блин. Ну и как, что вы хотите, чтобы я сделал? Мне еще и этот есть, если что. Ой, лучше давайте обратно убежим. Ой, блин, стреляет тут из твоих... из двух стволов. Ну и что делаем? Какие есть предложения по урегулированию конфликта, а? Если тут две апельсины с гранатометом. Это не люди. Это какие-то... какие-то толстяки с большими пушками. О, это дура. Так ты его понял, что сказал? Даже патронов не хватит, чтобы решить проблему. А нет, хватило до одного. Ну так, выпрыгивай сразу и стреляем по роже. По роже, не по грудине. Там у него броня стоит. А, еще эта проблема. Да-да-да, я в курсе. Будет, ну что вы хотите, чтобы я сделал, а? Так, бери это. А еще лучше это, нет, там патронов нет. Стреляет нахрен. Здоровье кончается. Убил еще. Мне не добежать как бы, не ничего.
Так, добежали, окей. Так, дальше туда идем, побежали. Так, быстрее, 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 просто бежим. Ой, блин. Ускоряемся лучше. Ложимся сразу. И где-то там у нас стрелок был. Стрелок находится здесь. Понятно. Ой-ой. Так, давай постреляем вот по этому. Не нравится он мне как-то. Не нравится ты мне что? Не нравишься? Так, ты где спрятался? Тот вдалеке нас не особо интересует. Здесь мы особо никак по-другому не выберемся. Так, ладно, быстро, 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 пока они там. Не, пока это единственное, до чего мы смогли додуматься. А хотя мы могли еще может просто доехать. Можно просто попробовать просто это проехать. Газуй. Все, вылезай быстрее. И быстро убегаем. Все. Смотрим, как они тут друг с другом воюют. Так, здравствуй, рожа. О, вроде один самого себя убил. Давай, молодцы, молодцы. Мне с людьми намного легче драться, чем с вами. Иди отсюда. А чё эти проиграли-то? Я так не понял, а почему монстры проиграли-то? Так, там мы всех убили. А там? Чего? У вас что-то одни и те же фразы что-то. Не скажете, почему? Так, ладно, ладно, заряжайся пока. Вот, гаденыш, нужно для тебя пулю приготовить. Так, газуй, 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 газуй! Чё встали? Ой! Ой, блин! Стопой, 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 пока ничего не потеряно. Все пока нормально.
сначала ложимся. Пускай сами с собой воюют. На? Что-нибудь еще видно? Да вроде видно. Ой. Меня кто-то убил, подстрелил. Так, давайте этого того еще убьем. Уберем. С миниганом этим. Все, иди отсюда. Мне сейчас оба живы. Оба гранатометчика что-то живут. В тот раз, наверное, нам повезло просто. Так, все, уходим. Бежим нахуй. Нет, что-то другое. А если просто попробовать и гос задавить, то чё? Так, а чё получилось-то? Так, ладно, я сам дальше сам. Быстро дальше сами бегаем. Все. Наблюдаем, как тут все, что происходит. Да, я одного убил. Одного я раздавил. Вон там. Один. Блин. Вот проблемы-то создаются, а? Так, газуй, 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 газуй. Его раздавить нужно. Так, все, газуй. Нужно быстро доехать куда угодно, куда надо. Так, все, сели. И про нас пока забыли. А? Как скачут. А не, на этот раз что-то не убили. О, сами себя тут убивают. Да? Так, не шевелись, не шевелись. Вы мешаете моей стрельбе. Так, окей. Теперь чё? Я разнесу тебя в клочья. Да. Отсоси! Сдавайся, приятель! Что здесь произошло? Так. Ибо нехрен. Ладно, и что теперь? Вот тут еще одна херня есть. Вот так вот.
Еще одна. Так, пока не видно. Так, один гранатометчика я вижу, окей. Второго пока нету. Не вижу. Да, блин, все забываю, вот что-то. Надо пипец как осторожным сейчас быть. Так, газуй, газуй, газуй. Ай, блин, газуй. Что такое? Так, все, вылезли, вылезли. И вовремя вылезли. Вылезли мы вовремя. Так, сейчас смотрим, наблюдаем. Как толпа врагов, мутантов. А? Битва там настоящая. Да, давай, давай. А я пока займусь тут. Да, блин, ты... Так, азуй. Прямо между глаз. Так, все, легли. А я думаю, ладно. Давай еще раз. А, молодцы, молодцы, молодцы. Назад бы теперь как-нибудь. А? Блин, куда полетели? Стопы. Блин, идеи-то хорошие. Первым выстрелом ракеты сделать? Нет. Не в нашей ситуации. Так делать. А нет, можно, можно, можно. Можно, но это рискованно. Вот здесь как такое как. И немного отъезжать вперед-назад. Так, назад. Еще один выстрел. Еще один. Так, все, молодцы. Да блин, что за херня? Да. Я же двоих этих убил же. Так, быстро газу, 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 газуй. Че встал? Так, ракеты быстро. У них у нас очередь. Очередь из ракеты.
Ракета скорострелом мед. Так, назад быстро. Так, быстро. Так, пульзай быстро. Сейчас нужно быстро отвлечь их внимание от машины. Так, теперь быстро бери гранатомет. Сложно как-то. Нужно как-то с этими разобраться на одном здоровье. И там разобраться. Все, окей, я понял. В теории, если... Так, давай еще раз попробуем за один раз раздавить. Чужой. А какая разница, кто свой, а кто чужой, а? Мы тупо не можем пройти этот момент. Ой. Камушек этот. Так, ладно, давай сразу. Так, молодцы. Целиться еще нельзя. Чем беда-то? Куда пошел-то, а? Так, все, выходим быстро. Так, а это у нас кто такой-то? Так, спрятались. Не понял. И что такое еще за юмор? Про машину. И текстурки. Так, ну со стороны... Газуй! Так, быстро разворачиваемся сюда. Так, окей. Ой! Газуй лучше! Нас уже с той стороны взорвали там уже, да? О, хорошо проехали как, а? Проехали вообще на ура. Все, мы спрятались. Блин, опять стреляет из этого гранатомета.
Да на пониже давай. Так, все это убили. Теперь там. А, он меня даже не видит. Слепошар какой-то. Так, все, вылезли. Пускай зарядится сейчас. Ой, ой. Быстро на спрятаться. Ой, еще откуда-то прибежал. А там у нас еще. Меня пока никто не видит. Это радует. Так, давай заранее этого уберем. А, вот еще где находится. Гранатометчик этот. В меня что ли стреляет? Ну да, да, это тоже за меня. Меня стреляет. Зря я вылез. Вылез зря. Так, быстро гранатомет. Так, разберемся. А, скакун. Где еще? Стреляй нахрен лучше. Ой, бежит какая-то херантень. Да, блин, даже на это не могу. Да, блин, отстань от меня. Все, спасибо. Ладно, кидаю пулеметчиком. Раз так хочется. Не, блин, какая-то херня происходит, честно. Я тупо не могу что-то. Ладно, окей, сейчас разберемся. Так, просто газуй, просто газуй. Мы на каких-то бочках застряли. Так, этого мы уже много урона нанесли. Так, быстро давай, по порядку. Этого убили, молодцы. Ой. Так, не-не, этот нам не опасен. Опасны только те, которые... с гранатометом. Остальных мы как-то уберем.
Там у нас чаще. Сколько там гранатометов этих? А? Они пытаются застрелять со всех сторон что-то. Так, ладно. Все, мы более-менее проблему решили. Теперь нужно этого пулеметчика убрать. Где он находится? Так, и он находится здесь. Все. Одного. Второго. Блин. Быстро прячемся. Спрятались. Все, молодцы. А кто стреляет? Он кому относится? Но он пытается сюда стрелять. По моей машине. Зачем, я как-то не понимаю. Меня увидел. Вот это вот херотень. Так, где он тут? Где-то прямо передо мной. Прямо передо мной где-то стоит. Все. Проблем нету. Че, решать эту проблему будем, да? А не пройдем мимо. Они как-то упорны на меня все. Внимание поменяли. Да, блин, что ты вот туда именно стреляешь, а? Так, два быстро. Попробуем машину отогнать. Ой. Что это было? Да вруби быстрее мне тут. Так, пускай немного пополнится.
Так кто там стреляет по мне? Надо как-то этого убрать. Да, я тоже ракетами постреляю. О, все, молодцы. Снимаемся. Теперь нужно как-то там гранатометчику снять. Так, а вот и самая главная опасность. Гранатометчик. Его нужно снять в первую очередь. Что мы и сделаем. А теперь ты. Вот с вами лучше разобраться. Лучше бы монстры с вами разбирались. Так, нет, вы, они на меня переключились. Все. Теперь главное, вот самое главное, это осторожности. Все, пошли. Все, я всех перебил. На таком колочке здоровья. Не цапни только меня. Пока я мимо буду проходить. Блин, у меня столько здоровья осталось. На 5-м уровне сложности я бы не прошел бы даже, да? Сохранение, спасибо. Правда сохранение? Да. Башня там была. Так, а внутрь попасть как? А вот так вот. Тут у нас есть всякие полезные ништяки, бронежилетики. Бронежилетик есть. Вэлл где-то внутри. Удачи в поисках. Окей, пошли. Ой, блин. Щиты всякие. Так, никого больше, да? Это все. Нет, один находится еще наверху. Так, перестань бегать от меня. Мне как бы дальше нужно пройти. Ау, я тебя не вижу. Давай без этого. Нечестно так, что я тебя вижу. Пошли, ты меня пошли. Видишь, а я тебя нет. Забудьте про этот центр управления нахрен. Он захвачен. Все, с меня хватит. Я сваливаю отсюда. Назад. Сваливай. Взять под защиту ученых. Быстро. А, вот и ты где. Так, и еще кто где находится? И еще один там за миниканом стоит. Это и есть основное здание. Вэлл где-то внутри. Удачи в поисках. Да, понял. Так, подожди, бронежилеты. Бронежилеты мы забыли. Так, все, быстро фотографируем. Опа. Так, все, давайте приступим. Один готов. О, кто-то побежал уже.
Все, минус один. Так, передохни пока. Пуска заполнится. Ты куда убежал-то? Что-то я как-то не понимаю, а куда вы убегаете-то вы? И все, паника уже началась. Да? Сказали, ладно, я сваливаю. Ну нахрен мне такие деньги, пошли, да? Пошли! Забудьте про этот центр управления, нахрен, он захвачен, все, с меня хватит, я сваливаю отсюда! Ну давай, мне легче будет. Защиту ученых, быстро! Мне будет легче. Так, все, пошли. Противник где-то здесь вот. За камнем, наверное, да? Вот за камнем. Ау, где ты? В голову не попад... Знаешь, не пробил голову. Такая винтовка и голову не пробила. Это что за солдаты так такие? Это еще не мутация еще, это простые солдаты, наемники. О, оружие. Аптечка. Все, пошли. Все, миссию мы закончили, мы в архивы. Архив. Все, наконец-то. Вот этот вот момент, это был, наверное, самый сложный в этом месте. Этот вот, это битва между толпой мутантов и толпой солдат на этом мосту. Это наверное, было самое... Вэлл, где-то в этом это? Комплексе. Да, но от этого места мало что осталось. Хорошо, не придется долго искать. Здесь они содержали первых подобных. Если эти твари доберутся до Вэлл первыми, сам понимаешь. Понял, иду к ней. А Вэлл, как я понимаю, где-то там что-то потерялось, да? Ее где-то там окружили, и она где-то там защищается и не может что-то выйти. Мы вышли на подмогу, да? Ладно, окей, все, давайте на этом и закончим. Игрушка сложности набирает. Уже за час серии выходит. Если раньше мы сначала 40, потом 50, потом час. И уже час 10. Так что все, давайте мы закончим на этом. В эту дверь мы зайдем уже в следующей серии. С вами был Виктор. Всем пока. Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Far Cry 1. Мы переходим в архив, чтобы спасти нашу девку. Все, поехали. Нам нужно спасти девку, нашу ЦРУшницу, которая сюда пришла, не помню зачем.